Привет, зрители! Представляю вам видео замены стойки стабилизатора на Ford Explorer второе поколение. Также эти стойки стабилизатора аналогичны на нескольких поколениях Ford Explorer и на многих других автомобилях, например, GM, на Tahoe, Cadillac Escalade, Chrysler 300C, схожая конструкция стоек стабилизатора. Значит, для того, чтобы заменить ее, сначала откручиваем гайку, сверху придерживая, откручиваем снизу, либо наоборот, сверху у нас идет болт, снизу гайка, нужно открутить. И затем нужно вынуть шток, который одновременно является болтом, длинным болтом, и убрать втулку. Сейчас мы это открутим. Затрачивая некоторые усилия, не очень удобно, придерживаем сверху, откручиваем нижнюю гайку и вытаскиваем шток, трубку, и на нем, значит, вот эти резинки. Вытаскиваем сверху болт, все у нас лишнее отпадает, выпадает. Затем берем новую стойку стабилизатора MUG, ссылочка будет дальше на обзор этой, значит, стойки стабилизатора, плюс part number и инструкция по сборке. Таким вот образом вставляем сначала болт с один блоком, потом вставляем другую резинку, надеваем шайбу, обжимаем этими резинками стабилизатор. Затем надеваем трубку или втулку, как хотите называйте. Затем нам нужно одеть шайбу и третью резинку. И пропихнуть все это в дыру в нижнем рычаге. Это может получиться не сразу. Возможно, вам придется поддомкратить автомобиль, но не за рычаг, а за кузов или за раму, чтобы немножко вывесилось колесо, вывесился рычаг. Вот сейчас я покажу, как я попытаюсь его засунуть. Видите, длины не хватает, длины штока. Нужно поддомкратить немножко. Момент поддомкрачивания я показывать не буду. Затем забиваем немножко, чтобы попасть в отверстие, чтобы втулка резиновая у нас попала в отверстие в нижнем рычаге. Камера показывает, дырку видно мне, потому что она снимает немножко сверху. Мне же не было видно, поэтому я вот так немножко наугад подергивал и постукивал сверху молоточком по болту, чтобы он прошел насквозь. Взяли молоточек хороший, постучали. Болт проходит сквозь отверстие. И затем вставляем четвертую резинку, шайбу и притягиваем все гайкой. Наворачиваем гайку, видим, что у нас болт прокручивается, нужно ее придерживать сверху ключом. Ключиком на 17 придерживаем. На MUG, значит, стойки стабилизатора у него на болту 17, а гайка то ли 18, то ли 19, ну там, судя по всему, дюймовая. Я крутил 19-м ключом. Затянуть нужно, как я уже говорил в описании к стойке стабилизатора, чтобы немножко сжались сайлентблоки. Но у меня так получилось, что гайка примерно закрутилась за подлицо с самим болтом.
Сейчас вот я покажу вам, как в сборе все это уже выглядит. Все мы прикрутили. Вот таким образом все на месте. Вот оно, видите, ровненько гаечка закрутилась. Всем пока. Подписываемся на канал.